мы пошли на беспрецедентный шаг, беря на себя ответственность и давая возможность нашим друзьям называть нас агрессорами, узурпаторами, оккупантами и так далее. Но это надо понимать, и это надо внедрять в сознание детей. Когда я читаю статистику поддерживающих и неподдерживающих в среде интеллигенции, научной интеллигенции, потрясающе. Поддерживающих единицы, неподдерживающих сотни. Это что? Непонимание. Это вредительство. Это что? Полное отсутствие представления о том, что в течение 8 лет просто тупо бомбили и расстреливали мирных жителей. Просто этого нет.